Смотри, как тебя видит эта колода. Влюбленная. И здесь это как раз тантра и слияние мужского и женского внутри. И снаружи это лексикон «я бью». Это как раз полноценное тантрическое одухотворенное слияние. Вот тебе еще все символы. Ваджры, лотосы, вишва ваджры. Символ этого калачакры. Просто можешь слиться с этими картинками. Просто разрешить этой энергии пропускать. Я потом, ну, втекать в тебя, я тебе потом еще прочитаю МБК, оно тут грамотное. Я только же ее распечатала. И еще тебя видят отшельником, познающим и себя, и познающим себя в тишине, и познающим свои внутренние сокровища и свою силу, объединяющим себя, видишь, мужское и женское, познающим себя и свой путь, и свою карму. И в этой тишине построение новых вариантов. Тут вот, кстати, предложение еще видишь, мантры в звук. То, что я тебя записывала до этого, каждая мантра в тех видео, чтобы была следующим коконом, следующим слоем плазмоида, вот такой много-многоуровневые слои, как у капусты мантр. Важно, я с тобой ими постоянно работаю. Вот смотри, еще и круг мантр, ну шикарно. Новый путь. И, кстати, умение Гаруда вообще защищает, кстати, своего носителя от деструктива. И она очень быстрая. Здесь она не в коннотации прямо рыцарь мечей. Здесь не агрессия, скорее всего. Ну, по моему знанию. Это обуздать свою агрессию, обуздать свои порывы, посидеть в тишине, обуздать причины возникновения агрессии, осознать это все. То ты сейчас видишь четверка кубков. Это как раз углубление внутрь себя и познание себя, аскеза. Куда идешь? В пажа пентаклей. Надо будет посмотреть, кто здесь изображен. Помню, что кто-то не слабый. А в материальном мире новые шаги, наверное, на новом уровне, в новой парадигме, в новом знании. Что поможет в пути? Твоя же внутренняя мужская энергия. И я так понимаю, это ваджрасатва. Колокольчика не вижу, но ваджра смотри. Ваджарный путь. И, кстати, вот эти работы с ваджрой, которые я тебя с тобой делаю, я тебе запишу прям целые сеансы. О, на тебе вот так еще. Класс. И на тебе вот тут еще. И на тебе еще третий центр. И на тебе заземление, и вот тебе в эмоции вот такой вот поток. И на тебе сияние ваджры. Тут, и тут, и везде. Здесь, конечно, и фигурная карта может быть, и появление партнера и все, что хочешь, но начнем еще с внутреннего твоего. Эти же карты можно прочитать и выбором, ты же понимаешь, и внешними историями, но они все равно отражение внутренних историй и процессов, это раз. А во-вторых, я тебя и колокольчиком прозваниваю, это как раз и есть практика «Я бью». Колокольчик – это женское, ваджра – это мужское. И по ходу на тебя вот так. Ну, само просится, я и не думала, что можно блик так, что он будет сейчас так в тему. Вот сознание двоих. Вот анахаты. Нижние центры. Калисотха. В общем, внутренние события, которые, конечно, во внешнем мире тоже могут проявляться. Но что я хотела сказать? Во-первых, сейчас посмотрим, что тут на дне. Во-первых, колода-то, в принципе, для внутренней проработки и особенно для тех, кто в этой теме.
А она сейчас как нельзя актуальна, если доверять, ну, для меня и моего потока точно. Смотри, что у нас на дне. Иерофант, помощь высших сил. Надо смотреть, кто тут. Может быть, Авалокитешвара, кто угодно. Там очень много эманаций Будды. У нас здесь одна из Дакини. Верховная жрица на дне. У нас здесь тысячеголовый. Башня. Смотри. Верховная жрица и жрец, грубо говоря, да, женское и мужское начало по Ябьюм, а это Будда и Дакини, женские и мужские аспекты Будды. Иерофант и жрица на языке Таро, это тоже похожие энергии одного порядка, да. Здесь вот эти внутренние правила через потоковые, ты создаешь поток, а вот и мой крюк, который я давно искала. Интересно, девки пляшут. Я его искала в доме, а он оказался здесь. Так, и смотри, разрушение. А тут, кстати, башня, это путь в новое. Я как раз в обзоре слышала описание башни. Здесь башня очень конструктивная. И божество конструктивное. Башни чему? Пятерки пентаклей. Шестерки пентаклей. Пентаклевому какому-то пути. Семерки пентаклей. Восьмерка пентаклей. Вот эти пентаклевые энергии по-старому, через подсознание, через опыты рода, судя по иерофанту и жрице, через какие-то внутренние по жрице блокировки психологические. Это все было тяжело. Во многом иллюзорно. Во многом тупиково и в маске. Это был болезненный опыт, который надо было давно отпустить, этот танец. Исцелить его. Тут все мечи не перемешались. Ты видишь, сколько всего прожитого шло циклично, а сейчас отпускается. Смотри, циклы в прошлом. А здесь как раз передача знаний. Я вижу тебя. И здесь, по-моему, я слышала, здесь какой-то имена от учителя к ученику, передача чего-то. Так вот, вся эта история по пурбам. Пурба – это духовное просветление. Ну, Полина часто классно считывает пурбы, мы их в позвоночнике вставляем. Совсем просто ритуальный нож для очищения от низшего астрала. В теле удивительные вещи раскрывает. И целостность. И смотри, по пурбе вычищается вот это, и мы приходим в шестерку жезлов. Тут и победа, и одухотворение, вот молитвенные барабанчики, всякие такие мельнички. Мы приходим в девятку пентаклей, в самодостаточность. Та-да-да-дан! В императрицу и десятку пентаклей. И дальше, видишь, колода перевернулась. Сама становишься передатчиком знаний и служителем. Смотри, тут похоже на Сарасвати, кстати, императрица. Тут я умудрилась спрятать. Я помню, кто ты, куда ты идешь. А, что поможет в пути, по-моему, я не посмотрела. Надо уже вначале еще раз глянуть видео. Вот ты практически первая, с кем эта колода говорила. На тебе такое сердце свечение, в твое колесо кармы, и в чувства, и в огонь, и в земное проявление, и в чистоту разума. Кем бы я ни терш... Ну, просто это бумажное продолжение всей моей работы с ваджрами, с этими. Кстати, видишь, что я еще открыла? А тут намек. Не, ну это не буду медицина. На тебе колесничего.
И, по-моему, где-то хотела достать тебе открывашку под рукой. Думала, а она не под рукой. Я хотела тебе этой открывашку прямо сюда сейчас на видео поставить и вскрыть, ну, запустить этот процесс такой плазменный, плазмоидами по телу. Женское в подсознание. Запустить трансформацию. Ямантака. У меня есть мельнички Ямантаки. Это шикарный помощник в этом деле. И на тебе с твоей радуги десятку кубков и просветления. Сейчас я поищу эту штуку. Открывашку я с ней ходила на почту. Сейчас. На тебе вот это вот. Пусть раскрывается. Кое-что мы всковырнули только что, я убрала, открыла. И просто прорывом пусть идет вот эта новая волна.